Всем привет! С вами в эфире Вадим Кинолог. Зимний альбатрос Цитадель. Смотрим, какой сейчас штиль. Большой прилив. За все время, сколько раз мы бывали в этом месте, то есть такого прилива мы еще не видели. Вот там вот в районе Королевской лагуны, где красный флаг, лежаки, да, то есть вот зонтики, лежаки. Там вода сейчас находится. Такое первый раз вообще я вижу. То есть вот этот бассейн, который я рекомендую, я всегда на нем останавливаю, делаю акцент на свое внимание, потому что для тех, кто плохо умеет плавать, здесь вот сейчас во время отлива, видите, какая глубина. То есть вот я стою по пояс. То есть во время прилива, извините, я уже, то есть когда отлив, ну здесь вот выше колена, но плавать можно аккуратно. Единственное, смотрим, да, есть ежи, причем вот эти вот, как кулак, круглые, красные, с мелкой иголкой. Вот так вот. Ну, что я могу вам сказать по данному отелю и вот в сравнении, да, то есть мы были сентябрь месяц и январь, вот и кусочек февраля. Ну, так как ремонт, я вам показывал, начался, но спокойно тут. Даже в чем-то ты выигрываешь. Почему? Потому что здесь нету людей. И для того, кто хочет уединиться, вообще он себе спокойненько прошел, взял полотенечко, да, лежаков нету, ничего нету. Но взял полотенечко, на камушке посидел, полежал на песочке, сходил к Посейдону, то есть, чтобы вы понимали, тут поодинокие люди ходят. Реально поодинокие, понимаете? Поэтому если прийти и хочется уединения дикого места, то увидите красиво море, камни, то есть даже нестандартный, скажем, Египет, да? Все-таки там с понтонами, только пляж и больше ничего. Тут все-таки камни, море, можно сделать фотографии, видео, то есть все очень красиво. Что по питанию? То есть однозначно могу сказать, что от сентября до января питание стало лучше. Нам понравилось оно и в сентябре. Я ничего не могу сказать плохого. Может быть, потому что я непривередливый. Но даже в том, что я непривередливый, сейчас заметно питание стало лучше. Сервис стал лучше. Как я уже неоднократно говорил, такое впечатление создается, что проверяющих стало больше, чем обслуживающего персонала. Понимаете? То есть это очень хорошо. Ты спускаешься со ступенек к морю, тут же сразу бежит к тебе. То полотенце, меняет полотенце, подводит тебя к лежаку, который ты покажешь. Протирает лежак, ложит полотенце. То, чего не было, конечно, в сентябре. Сейчас это присутствует. То есть очень все стало лучше. То есть в целом вот такое вот ощущение во всем стало лучше. У нас получилось снять несколько обзоров номеров 6 и 7 корпуса. Тоже будут видео, я покажу. То есть все-таки различия есть. Реально я вам хочу сказать, различия есть. Есть односпальные кровати отдельные, есть двухспальная, стоит вместе. И при том всем, что мы сейчас вот в последнем номере, в котором живем, у нас две полуторные кровати стоит вместе. Поэтому, ну, многие жалуются, мы встречали людьми, что они хотели спать вместе, им дали номер, где раздельные кровати, которые не имеют возможности, ну, сдвинуть. Почему? Потому что, в принципе, у меня в обзоре было, это сделанный каменный постамент, на котором лежит матрас, то есть ты никак не сдвинешь. У нас сейчас в данном, то есть конкретные две полуторные кровати. Поэтому если для кого-то принципиально хочу спать вместе или хочу спать раздельно, поэтому уточняйте, не стесняйтесь спросить. То есть в данном отеле есть возможность, чтобы кровати стояли вместе. И спать вы можете вместе. Поэтому, ну, это единственное, да, надо посмотреть и сразу сказать. Если будут говорить, потому что у нас тоже вопросы были, что говорили, что все номера одинаковые. Нет, на самом деле они разные. Они вроде на первый вид одинаковые. Но даже если взять
душевую кабинку, в которой ты моешься, она и то может быть чуть шире, чуть уже. И даже нам попалось такое, она как более квадратной формы, что в принципе удобнее. Почему? Потому что узкая вот эта душевая кабинка, и если вы любите мыться вдвоем, ну что в принципе естественно, да? То вы понимаете, когда разворачиваетесь, вы можете задней частью зацепить кран, и будет неприятность. Если в холодную сторону, это еще ничего, а вот в горячую это будет большая неприятность. Поэтому, в принципе, можете спрашивать, можете менять. И, в принципе, они на это, на уступки идут. Поэтому, что еще? Ну, в принципе, так вот по-краткому всем я, в принципе, очень доволен. Питанием доволен. Кто-то говорил, что клубники не будет, что в Цитадели клубнику не дают. Клубника каждый день. То есть клубника каждый день. Хурма очень. У меня вообще казус получился с хурмой. Почему? Потому что на вид как маленькие помидоры, сливки. Причем такие, знаете, ну где-то есть там пяточки. Ну внешний вид вроде никакой. Понимаете? Я что заметил, что многие люди даже не обращают внимания на эту хурму. А это на самом деле хурма. И сколько мы ее попробовали, покушали, даже не попробовали. Мы ее хорошо покушали, то ни одной не было. То есть это реально классная хурма. Это не то, что ты там покупаешь у нас дома, и ты не знаешь. То есть на вид она вроде красивая, а на самом деле она невкусная. Здесь реально вкусная хурма, поэтому очень рекомендую. Ну, финики стандарт, в принципе, здесь в Цитадели всегда финики. Ну вот, с клубникой, причем клубника реально такая, знаете, ну вот. Ну, я не говорю, как мой кулак. Ну, как детский кулак, кулачок. Ребенка маленького, то есть, вот таких, ну, если видно, то есть, очень. Поэтому, ну, все очень хорошо, как сказал, да. Ну, уборка номеров стандартная, тут об этом нечего говорить. То есть, все хорошо. Главное, зачем мы приезжаем, это все-таки море. Сейчас вы видите, да, вот зимой реально повезло. Ну, вот, за все 10 дней, что мы здесь были, и смотрели, да, то есть и волны были, и такие тяжелые волны, что и во время отлива я не мог здесь выйти, во время волны, хотя здесь, в принципе, нормальный проход. И тяжелый проход был в районе Королевской лагуны. Но при таком вот приливе ты просто даже не замечаешь, то есть очень хорошо, поэтому вот последний день Цитадель нас очень порадовала, море порадовало, скажем спасибо Посейдон. Покажите Посейдона. То есть вот Посейдон, спасибо тебе огромное. Почему? Потому что ты все-таки пустил нас и в последний день подарил такое, ну вот, это просто рай. То есть вы понимаете, что при таком приливе ветра сейчас нету, чтобы вы понимали, да, то есть я все время вот уже сколько, то есть у меня был заплыв с Королевской лагуны, я проплыл. Тоже видео снимал, и вот здесь вот поплавал, и вот стою, то в принципе видно, холода нету. Хотя несколько дней назад я бы так честно не постоял. Почему? Потому что было прохладно. Все-таки Египет зимой — это прохладно. Ну вот, в частности, по Цитадели у нас, скажем, было 50 на 50. То есть 50% было ветрено, было прохладно, и 50% нам с погодой повезло. Вот еще что могу сказать, что когда собираетесь ехать в зимний Альбатрос Цитадель, смотрите погоду. То есть вот все, как у нас погода показала, все-таки сбылось. То есть температура ночью, температура днем, ветер есть или ветра нету, то есть все сбылось. Все, спасибо за внимание. С вами в эфире был Вадим Кинолов.